Всем холод, джентльмены и милые дамы. С вами Гриша. Сегодня пойдет речь о комьюнити Dead by Daylight. Многие наиграли не так много часов и не углублялись в изучение сообщества этой игры. Думаю, некоторым будет неприятно, что мы рассказываем такие вещи о их любимой игре. Но от правды никуда не деться, друзья. В этом видео вас ждет много ненормативной лексики, неадекватных реакций, злобы, необъяснимой и беспочвенной ненависти. К сожалению, всего, что я видел, не могу вам показать, потому что где-то все забыто и не заскринено, где-то утеряно в стримах, в комментариях Ютуба забанено и комментарии удалены. Но это же ДБД-сообщество, нам не нужно много времени, чтобы зачерпнуть дерьма в свой адрес. Давайте-ка по пунктам. Первый пункт у нас неадекваты в самой игре. Я уверен, что каждому из вас попадались игроки, которые пытались вас заблочить в досках, снимали с крюка перед маньяком, чтобы он сразу вас повесил снова. Закрывали рычаги ворот и не давали выйти. Специально скидывали доски рядом с вами. Или же прыгали в шкафы из шкафа и маньяку сдавали вас, тыкая пальцем. Не говоря уже о послеигровом чате, где вы получаете изобилие оскорблений в ваш адрес и в адрес вашей семьи. Почему-то так случилось, что в игре огромное количество невоспитанных и глупых школьников. Я честно не могу понять, почему эта игра их притягивает. Играя в нее раньше, я всегда думал, что в нее играют люди, ну, 18-25 лет примерно. Средний возраст аудитории. Но нет, откуда-то взялось очень много обиженных мамкой школьников. И они выплескивают свою злобу на других. Благо, есть очень много адекватных взрослых людей в игре. У меня есть доказательства этому. У нас на стримах очень много таких. Я благодарен этим людям, иначе бы я не снимал и не делал стримы по этой игре. Если вы такого же мнения, то ставьте свой лайк, подписывайтесь на канал и можете заглядывать на стримы. Они проходят каждый день в Ютубе. Неадекваты на Ютубе. Тоже отдельная категория гаденышей и хейтеров. Прошу ваше внимание. Сейчас на экране вы увидите отдельную категорию обиженок. Жаль, я раньше всех перебанил, чтобы комментарии не пестрили злобой и ненавистью. Если бы знал, что я буду снимать такое видео, то, конечно же, оставил бы. В целях изучения данного вида животных и демонстрации их широкой аудитории. Но некоторые экземпляры остались. Оставляйте комментарии по поводу того, что вы думаете об этих людях. Как с ними такое случилось в столь юном и незрелом возрасте? Что-то похожее я видел в Доте 2, но она широко известна неадекватностью своей аудитории. Никогда не думал, что ДБД скатится до такого же уровня. Когда эта игра вышла, и до сих пор, я думал, что в нее играют в основном творческие личности, ну и просто люди думающие, обладающие интеллектом. Сейчас, конечно, есть процент таких людей, но он падает. Потому что, видимо, всем надоедает жрать говно из несбалансированной помойки с кучей проблем. И вот с такими вот школьниками. Следующая категория — это неадекваты в соцсетях. Тут почти то же самое, что с Ютубом. Такой же процент школоты, недовольства и хейта. В основной группе ДБД, в группе канала. Кстати, подписывайтесь, ссылочку оставлю в описании. Там всякие мимасики, связанные с каналом и Dead by Daylight. Открываем рандомные посты и, сука, видим неадекватных школьников, которые вечно всем недовольны. Какого хуя они возомнили себя самыми важными? Родители там вдолбили. Так, блядь, научите их хотя бы нормально речь строить. У меня ребенок 2 года грамотнее предложение составляет. А то понакупали компьютеров своим детишкам и сидят пиво пьют на кухне, а дети деградируют в интернетах. В общем, друзья, обидно за ДБД, были очень большие надежды на нее и на ее аудиторию. Может быть, еще не все потеряно. Еще отдельный разговор о разработчиках ДБД. Многие не знают, но разработчики отказались давать ключи на DLC, скины, золотые клетки и прочие бесплатные для них вещи из-за личной неприязни. Хотя у нас единственный канал, который устроил огромное количество творческих конкурсов за свой счет. Это были косплеи, несколько раз конкурсы артов, конкурсы на фантазию, придумали маньяках, их перки, способности, их истории. В общем, десятки конкурсов, призы в которых были оплачены за счет основной аудитории канала. А разработчики никаким образом не способствуют разбитию творчества и игры в этом случае. Сейчас будут выдаваться вестники тумана. Это бонусы для стримеров. И нам, скорее всего, не дадут, хотя мы сделали огромный вклад и почти каждый день стримы по Dead by Daylight по несколько часов, которые находятся в топах по зрителям и по просмотрам. А дадут стримерам, у которых 10 зрителей. Чекайте. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, если согласны или если не согласны. Только не уподавляйтесь тем людям, о которых мы говорили выше, и пишите адекватные комментарии. Подписывайтесь, друзья, на канал и группу ВКонтакте. Приходите на стримы, они проходят каждый день. Всем хорошего дня. Ба-бай.